На часах начала второго, и да, начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Лев Шварцблат, исполнительный директор Лиги предпринимателей Кировской области. Лев Давидович, добрый день. Добрый день. Знаю, что на сайте kirova.ru есть аудио-видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, лишь к вечеру все программы записанные, аккуратно записанные, мы выкладываем на нашем сайте. В любой момент можете зайти и познакомиться. Ну, с какой темы начинать ваше особое мнение? Тут вариантов, пожалуй, нет. Это история, в которой оказался губернатор Кировской области Никита Белых. Безусловно, чуть позже я вас спрошу об вашей оценке деятельности в промышленности, в торговле, в сфере, в сельском хозяйстве, в финансовой политике за те 7,5 лет, да, которые находится Никита Белых в роли, в должности губернатора Кировской области. Но все-таки вот хочу актуализировать сразу, как эта история, на ваш взгляд, скажется на экономике региона, на тех инвестпроектах, которые реализуются. Я напомню, что распоряжением правительства от ноября прошлого года утвержден перечень 24 приоритетных инвестиционных проектов в нашем регионе. Некоторые из них как вот на слуху, некоторые менее на слуху. Ну, например, это и строительство путепровода, Чистые пруды, приоритетный проект. Это и строительство цеха по производству сухого молока, тоже инвестпроект. И, по-моему, последняя новость о очередном инвестпроекте, который будет реализовываться в нашем регионе, это приход к нам итальянцев и строительство небольшого металлургического предприятия, да, по-моему? Да, вот в Псковке. Да, это то, что было, то, о чем была достигнута договоренность на недавно прошедшем Петербургском экономическом форуме. Сумма вложений там составляет порядка 14 миллиардов рублей. Ваша оценка того, как скажется? Вот с точки зрения именно инвестиционных проектов, привлечения инвесторов, капитала в регион, тут сложно, на самом деле, вот прямо сейчас давать какую-то оценку. Но на первый взгляд, конечно, у нас общая экономическая ситуация в стране и в мире, она в большей степени влияет, чем фигура того или иного губернатора на посту. Хотя, конечно, от него тоже много зависит, от его активности, от того, как он позиционирует регион, участвует ли он в выставках, что он предлагает, как он взаимодействует с бизнес-сообществом. Здесь, конечно, Никита Юрьевич был очень активным человеком, и у нас были миссии в другие страны, и в другие регионы, и, значит, максимально возможно он старался сделать. Из тех проектов, о которых вы уже говорили, те, что утверждены, я думаю, что на эти проекты смена, если она произойдет, губернатора не повлияет. Например, цех по сухому молоку уже построен. То, что касается путепровода, это большой проект, которым финансирует и федеральный бюджет, и региональный, и местный. То есть вот здесь буквально сейчас никаких изменений не произойдет, этот проект тоже будет реализован. А вот в дальнейшем надо понимать, что если... Ну, какие-то из вновь из планируемых или там, может быть, по чьей-то инициативе проектов будут как бы замышляться, то здесь все зависит от того, а какая поддержка со стороны региона нужна. То есть здесь вот роль губернатора заключается в том числе в его бюджетном послании и в том, какие приоритеты бюджетной политики он расставляет. Конечно, там большого маневра в бюджете нет, он дефицитный, но тем не менее, вот скажем, когда мы говорим про путепровод, там все равно доля софинансирования со стороны регионального бюджета есть. Если эту часть не выполнить, тогда, конечно, никакого путепровода не будет. Вот здесь роль губернатора важна, и если какая-то поддержка со стороны региона нужна, то здесь, конечно, там, значит, губернатор определяет приоритеты, и здесь от этого, ну, вот какая-то зависимость будет. Так что пока сложно давать оценки, сейчас, конечно, такое время неопределенности, посмотрим, что будет дальше. Кто будет губернатором, соответственно, тогда можно будет какие-то... Вы знаете, безусловно, что при журнале «Товар, деньги, товар» существует экспертный совет, и они регулярно обсуждают, собираются, обсуждают. И накануне представители экспертного совета были у нас в студии, в программе «Дневной разворот», мы тоже говорили на тему, как это все отразится на экономике и на инвестициях. И вот руководитель этого экспертного совета Андрей Зорин высказал такое предположение, что практически 100% есть вероятность того, что инвестпроекты у нас... будут заморожены до появления некой определенности. Ну, под этим нет, не могу стоит с этим подразумевать согласиться. Ну, например, появление вот, главы региона здесь, в своем кресле. Ну, вот смотрите, вот, например, у нас проект вот, Росплазма, да, вот, очень значимый для региона, как Нанолек. Да, вот проект Нанолек, он работал и будет работать. Да, то есть они уже находятся в такой стадии, когда, в общем, они в минимальной степени зависят от губернатора. Да, придет губернатор, он, конечно, будет знать про этот проект, как-то участвовать, но, в общем, он все равно будет развиваться. То же самое Росплазма, да, то есть если Ростех взялся за этот проект, они, я думаю, то, что у них запланировано, все равно будут выполнять. То есть, ну, я с такой оценкой не соглашусь.
Ну, это, что называется, такой крупняк, да? Да. Нанолек, да. И нанопазма, да. А те, кто поменьше. Ну, например, где поменьше денег? Все-таки вот надо... те же итальянцы, которые к нам собирались зайти. Вот что интересно. Там, понимаете, да, этот проект, он зависим от региона, потому что там, ну, не то, что итальянцы собираются, итальянцы готовы продать оборудование. Но чтобы его реализовать, надо вот это, как бы, эти инвестиционные средства найти. А это фонд развития промышленности. Конечно, здесь без позиции региона, без поддержки региона этот проект не реализовать. Понятно, что сейчас никто, так сказать, на себя ответственность не возьмет, и надо дожидаться нового губернатора и его отношения к таким проектам. То есть вот для таких проектов, которые еще не запустились, которые находятся в стадии обсуждения и согласования, да, они, конечно, сейчас будут дожидаться того, с кем можно будет вести диалог. Ну, еще стоит вспомнить, что не так давно Белых был на переговорах во Франции, речь шла о строительстве перерабатывающего завода по молоку. В этой сфере вам известны какие-то есть подвижки? Потому что, ну, насколько я понимаю, ведь это будет частное предприятие, да, но и вопрос в том, нужны ли будут, например, для этого частного предприятия бюджетные инвестиции или гарантии. Если они нужны, тогда, конечно, это должно быть запланировано в бюджете, а бюджет на следующий год, ну, будет уже губернатор, да, значит, старый губернатор или новый губернатор, с ним будут этот вопрос согласовывать. Поэтому, конечно, без первого лица этот вопрос не решить. Но какие-то пока вести обсуждения, там, параметры проекта, я думаю, что в этом направлении можно двигаться. Ну и вот сейчас давайте буквально 2-3 минуты до небольшого перерыва уделим вашей оценке того, что было сделано за эти 7,5 лет, пока находился в кресле губернатора Никита Белых. Промышленность, торговля, сельское хозяйство, финансовая политика. Да, ну, конечно, как у любого яркого человека, всегда есть плюсы и минусы, не бывает однозначно положительных или однозначно отрицательных людей. Вот если мы говорим там о достижениях, вот как это не, там, может быть, смешно звучит, но, например, вот строительство гостиницы «Хилтон», это для региона имеет большое значение, потому что вот и мы там по своей работе, когда общаемся, да, особенно вот с иностранными коллегами, когда они смотрят, вот, приехать, не приехать в Киров, их интересует... Бренд, бренд, да, Хилтон, он на слуху все-таки, да, мировое значение. Их интересует, они там готовы летать, ну, надежные авиакомпании, то есть им интересно, например, летает Аэрофлот, не летает Аэрофлот. Есть ли сетевая гостиница «Пьер Хилтон», то есть если есть, это есть, это уже как бы большой плюс. Они готовы приезжать, смотреть, обсуждать, да. В этом же смысле, ну, и приход Макдональдса. Я, конечно, там наши местные сети, может быть, и более качественно работают, но это тоже некий плюс для инвестора, что да, здесь можно. Там приход компании «Метро», то, что вот давно обсуждалось, вот пришла, ну, как бы свою роль на рынке сыграла, да, и новый формат принесла, значит, и то, что она работает с малым бизнесом, вот у них проект по торговле, по розничной торговле. Запускает, да, себе, запускает, на полке. Не только запускает себе на полке, они помогают создавать розничные магазины. То есть у них есть школа торговли, они учат, как это правильно делают, они снабжают всем необходимым, ну, то есть помогают такой эффективный бизнес построить. Это тоже большой плюс. С точки зрения, значит, вот о том тоже, может быть, не так много говорят, финансов, областных финансов. Очень много было сделано, и, конечно, министром финансов Лены Васильевны Ковалевой при поддержке губернатора с точки зрения прозрачности, доступности, то есть, пожалуйста, все могут прийти на общественные слушания, все могут участвовать в обсуждении. Там все расписано, все понятно, все контролируемо, то есть автоматизированная система. Я просто еще в общественный совет хожу при Министерстве финансов. Действительно, это один из немногих регионов, где такая очень четкая, понятная, выверенная система выстроена. Вот. Из там минусов, но вот всем известно, вот, значит, по поводу кадровой политики, потому что и, значит, там, и уголовные дела возбуждались на там, работников, и, ну, к некоторым работникам администрации, правительства региона тоже есть, у бизнеса, там, у людей, ну, так сказать, там, какие-то свои взгляды. То есть, да, здесь было, может быть, не очень много сделано. А как же федеральные торговые сети, их заход сюда, борьба с местными торговцами? То, чему мы посвятили. Федеральные торговые сети, это, значит, их деятельность, это цунами, это ураган. Да? То есть ни один губернатор не может, кстати, там, отменить плохую погоду. Да? Значит, поэтому, значит, губернатор Белых или там другой любой губернатор, если федеральным сетям нужно, они в регион придут. Представить этому невозможно. Да? Они покупают помещение, заходят, двигаются тут. Значит, то, что вот департамент развития или министерство сейчас предпринимательства делали, то, что они пытались и пытаются выстроить отношения, то, что они помогают местным производителям зайти, выстраивают отношения, да, это, значит, вот, это помощь реально со стороны правительства, она действительно есть.
У нас сейчас небольшой перерыв, и после этого продолжится особое мнение Льва Шварцблата, исполнительного директора Лиги предпринимателей Кировской области. И сегодня это особое мнение Льва Шварцблата, исполнительного директора Лиги предпринимателей Кировской области. Далее мы движемся по темам. И вот о чем я хочу сейчас повести речь. Депутаты Госдумы 6-го созыва в последний день работы на прошлой неделе, 24-го числа, приняли не только так называемый пакет Яровой, Ирина Яровая, депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который вызвал большой резонанс, естественно, о нем позднее поговорим, но и еще были приняты нормы, касающиеся торговых сетей. Вступают они в силу, как сообщается, с 1 января следующего года уже. Давайте по пунктам пройдемся. Вот, во-первых, торговой сетью будут считаться не только сетевые магазины в привычном понимании, несколько магазинов с одним названием, принадлежащие одной компании, но и любые магазины, принадлежащие разным владельцам, входящим в одну группу лиц. Речь идет о случаях, когда формально владельцы у магазинов разные, но с точки зрения антимонопольной службы они входят в одну как раз-таки группу лиц и действуют в интересах друг друга. Немножко не понимаю, о чем идет речь тут еще? Группа лиц. Ну, имеется в виду, что, например, есть какие-то магазины, которые называются А, Б, В, Г, Д, Е, да, и у них формально у всех разные владельцы. То есть в законе о торговле просто есть такая норма, что доминирующее положение, недоминирующее положение, и там, по-моему, есть вот такая норма, что если больше 35% на рынке, то особый предъявляет антимонопольной службе, как сеть себя ведет. Если формально разные владельцы, то они вроде под этот критерий не попадают. Но если, например, там действует единая система закупок, единый логистический центр, например, одна какая-то карта лояльности, да, то есть формально это разные собственники, по факту это единая сеть, да, тогда антимонопольная служба может рассматривать вот эту совокупность магазинов как единую сеть, высчитывать их долю, если их доля больше установлена законом, вести особый мониторинг по этой сети. Ну и само вот расширение понятия торговой сети, как вы это оцениваете? Это правильные, конечно, шаги, потому что, надо, чтобы было однозначное толкование, да, чтобы не было возможности за счет там каких-то юридических казуистики, привилегированное положение. То есть, есть, например, условно федеральные сети или какие-то местные сети, которые, все знают, и они сами знают, что они сеть, и они, собственно, ведут себя как сеть. А когда, предприниматели хотят добиться каких-то выгод за счет обхода закона, конечно, это неправильно, и все должны быть, то есть правила игры должны быть одинаковыми для всех. И это хорошо. И это хорошо. Да. Следующий пункт поправок: владельцам торговых сетей запретят брать с поставщиков более 5% от стоимости товара за дополнительные услуги. Например, это продвижение продукта, в частности, за счет более выгодного расположения на прилавках. 5% сейчас действует ставка 10%. Ограничить аппетиты решили наши законодатели. Вроде бы правильная норма. Да, вот мы ограничиваем там 5%. Давайте по факту разберемся. Вот, например, я производитель сока, да, вы представитель сети. Я произвел сок, разработал, все, прихожу к вам. Говорю, вы знаете, у меня такой замечательный сок, давайте его поставим на полку. А у вас, магазин же ограниченный, да, угу. И у вас разделено 2 метра на соки, 2 метра на молоко и так далее. И у вас эти 2 метра сока все заняты. Я вас готов поставить, 5%, 10%, неважно, но я не поставлюсь, потому что некуда. То есть в старой редакции закона можно говорить, давайте я заплачу за то, что я вхожу, или еще за что-то. А сейчас по новому закону... Это не возбранялось? Да, это не возбранялось. А сейчас вы говорите, нет, я не могу, все ограничено, и все. То есть, я могу продавать, и скидка 5%, но я просто не попаду на полку, и мне вообще не продадут. Или, например, есть зима, есть лето. Понятно, что летом лучше продаются охлажденные напитки. Я произвожу, тот же сок, или пиво, или еще или что-то. Или мороженое. Да, или мороженое. Я говорю, давайте я поставлю у вас в магазине холодильник, и там буду продавать свою продукцию. Говорю, замечательно, но у меня нет места на ваш холодильник. То есть в старой редакции была цена, которая являлась ограничением, кто-то мог заплатить, кто-то не мог. Соответственно, платишь за место под холодильник, ставишь холодильник, продаешь. Сейчас как с этим быть? То есть вроде нельзя брать, охлажденное, места нет, то есть все равно какой-то выход будет, потому что, если были безграничные магазины, тогда то не... есть, получается, подождите, те же сетевики, обладающие большими торговыми площадями, они будут больше шансов? У них будет больше шансов? Запустить, да. Смотря какую политику они выбирают, они же тоже ставят ту продукцию, которая максимально быстро продается, исходя из каких-то, может быть, своих соображений, не всегда ориентируясь на взгляды потребителя, и они будут сейчас была какая-то цена, золотая полка на уровне глаз, места у кассы и так далее, более проходимые. Они все имели
стоимость, но она была как-то экономически оправдана, потому что да, продажи увеличивают, больше продажи, но вот за счет прибыли от продаж это окупаемо, да? Как это будет сейчас регулировать? Ведь таких, ну, как бы мест мало, все туда захотят попасть. Как это регулировать? Лотерею проводить. Ну, то есть, вроде как бы дело благое, но вот какая будет практика от реализации этого закона? Пока, то есть, собственно говоря, даже вот, пока редакции закона никто не видел, никто не, ну, прочитать невозможно, поэтому очень сложно комментарии, оценки давать. Следующий момент. Сокращаются, будут сокращены, вернее, сроки оплаты товаров. Например, товары со сроком годности меньше 10 дней владелец торговой сети должен оплатить поставщику не позднее, чем через 8 рабочих дней со дня их получения. Товары со сроком годности 30 дней и вся алкогольная продукция должны оплачиваться не позднее, чем через 40 календарных дней. Насколько это существенно? Ну вот в последнее время, значит, в взаимоотношениях с большими сетями такой проблемы не было. То есть у них есть установленные дни оплаты, которые они платят. Они соблюдаются, да. То есть тут никаких, собственно говоря, сложностей не было. И еще один пункт – это ужесточение ответственности за создание так называемых дискриминационных условий в сфере торговли. Предложено должностным лицам вменять штраф до 40 тысяч рублей, а некоторые составы будут наказываться штрафом до 50 тысяч, ну а юрлицо в этом случае получит 5 миллионов рублей штрафа. Ну вот опять же, да, вот ужесточение. Значит, вот опять же этот пример, да, вот сок. Вот я обратился в сеть, вы видите, у меня нет места на полке, вы мне отказали. Я говорю, значит, все это дискриминация. Иду в ФАС, пишу письмо, что вот я сделал предложение, мне отказали, значит, и 5 миллионов штрафа, да. Ну, собственно говоря, так можно очень быстро любую сеть разорить. Потому что, ну, да, тут можно реально целую войну развернуть. Да, потому что полка ограничена, и опять же, вот, какие будут нормативные акты подзаконные, которые, ну, разъясняют порядок применения. То есть сейчас очень сложно пока комментировать, потому что, ну, значит, да, вроде, значит, все правильно, но вот эти нюансы, они, значит, естественным образом возникают. И какой-то выход надо искать. То есть я думаю, что какой-то ведь, наверное, есть и в том числе мировой опыт. И было бы очень хорошо, если бы изучили мировой опыт, как там в мире сети с производителями как бы существуют, и уже, может быть, этот опыт применяли у нас в стране. Может быть, это, ну, более эффективно было, чем вот такие как бы нормы вводить. Ну и если резюмировать все эти вещи, авторы этих поправок говорят, что они направлены на создание более выгодных условий для отечественных товаропроизводителей, ну плюс снижение цен в магазинах. Для вас очевидно или спорно, что это произойдет в результате? Я думаю, что снижение цен точно не будет, как-то я не помню еще случаи, что какой-то закон способствовал. Да, у нас, значит, нефть дорожает, бензин дорожает, а когда дешевеет, дорожает, потому что надо компенсировать потери от снижения цены на нефть. Так и тут. В любом случае потребитель за все заплатит, вот, и, ну, пока предпосылок для снижения цен, ну, я лично пока не вижу. Давайте теперь перейдем уже к упомянутому мной пакету Ирины Яровой. Еще раз напомню, что это председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Она вообще в рамках 6-го созыва Госдумы регулярно отличалась. Помните, да? Так вот, принят пакет Яровой. Кстати, экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев призвал сенаторов от республики голосовать против пакета, заявив, что Госдума приняла его в угаре предвыборной борьбы. Вот давайте пройдемся тоже по некоторым пунктам. Уже с 20 июля сего года несообщение о преступлении, появился такой термин, станет уголовным преступлением. Лишение свободы на срок до 1 года будет грозить гражданам, которые не поставили власти в известность, например, о готовящемся теракте, вооруженном мятеже и других посягательствах на государство, граждан и так далее. Не сообщил, вот, честно говоря, мне в голове не складывается, а может, я не знал, что тут что-то готовится. И бац, так не зная, попал за решетку. Ну да, опять же, вот там, не читая закон, ну, сложно комментировать, да, как там, значит, будет в окончательной редакции. То есть, ну, как бы мысли авторов понятно. То есть, насколько я понимаю, они все-таки там не про там кражу апельсинов из супермаркета, да, там, ну, например, понятно, что если, например, ну, какая-то террористическая группа разрабатывает теракт, да, то, ну, и кто-то об этом узнал, то тут логично, наверное, что, ну, как-то надо проинформировать. И мы, в общем, ведь слышали о том, что там были такие ситуации, когда там, ну, вот, например, во Франции, да, когда таксист подвозил и что-то услышал, сообщил властям, и они за счет этого удалось предотвратить, ну, какой-то там, значит, террористический акт. Вот если на это, ну, наверное, в этом какая-то логика есть. Если это будет как-то очень расширительно толковаться, да, значит, вот они предполагали, а ты же должен был знать, что они собираются предполагать, ну, то есть тогда, конечно, это, значит, больше будет вреда.
То есть как будет записано, к каким ситуациям вот, и как будет применяться, от этого будет зависеть. То есть если каким-то вот таким, ну, событием страшным, тогда, конечно, вот, ну, наверное, это будет, в этом есть плюс. Кстати, отвлекусь немножко вот к этому пакету Яровой. Многие предъявляют следующие претензии, что формулировка-то, она довольно размытая, ее можно и так, и сяк использовать. Вы согласны? Вот, да, ну, я, к сожалению, не читал, поэтому мне сложно оценить, но действительно, наверное, такого рода резонансные, да, законопроекты, их не надо, наверное, может быть, принимать в последний день работы. И вот что меня еще очень, значит, вот сегодня там последний день заседания Совета Федерации, если я правильно, значит, увидел информацию, то они сегодня должны там поддержать 160 законов. Они на подпись президента еще отправятся. Я плохо представляю, как можно за один рабочий день рассмотреть 160 законов. То есть, ну, наверное, чисто формально проголосовать можно. Лотерея. Вот, но если как-то вот, значит, над ними надо поработать, ну, не знаю. Мне кажется, что за один день 160 законопроектов уже вызывает какие-то, значит, вопросы. Это, видимо, особенность этого года. Может, выборного. Да. Но Совет Федерации ведь не уходит. Они дальше работают. То есть, ничто не мешало и осенью это рассмотреть. Да. То есть, им бежать некуда. Вот. Но, конечно, такого рода законопроекты, они нуждаются, по крайней мере, обсуждение экспертного сообщества и слушаться. То есть мы ведь о чем очень часто вот, с точки зрения бизнеса говорим, когда какой-то закон принимают, мы говорим, ну вы хотя бы посоветуйтесь с нами, давайте мы обсудим, вот нужна ли эта норма, в такой редакции, каким, значит, применят, да, потом говорим, ну вот, да, там, давайте будем поправлять. Может быть, не поправлять надо, может, надо, ну, просто больше времени потратить на обсуждение, не думаю, что, например, там, вот уж такая была острая необходимость в такие сроки принимать. Тем более, что действительно там многие люди по-разному относятся, в том числе и Совет по правам человека при президенте. Наверное, ну, надо было бы к ним прислушаться и больше времени потратить на обсуждение, это точно. Вот сфера интернета тоже, ее коснулись эти поправки. Призывы к терроризму и его оправдания в интернете приравняли к аналогичным заявлениям, совершенным с помощью средств массовой информации. Ответственность за такие записи ужесточились, граждане будут отвечать по тем же правилам, что и СМИ. Максимальное ли наказание 7 лет лишения свободы, плюс хранение интернет-переписки, телефонных разговоров и СМС? Ну, вы знаете, меня вот больше всего в этой ситуации, когда за комментарии там, ну, в социальных сетях дают реальный срок. Ну, значит, там, то есть можно ли это расценивать как уголовное преступление, да? Значит, если человек что-то там написал, значит, в каком он был состоянии, да, там, ну, то есть, вот как к этому относиться? Мне кажется, что, ну, может быть, как административное, там, еще какие-то, ну, явно не уголовные, вот, конечно, если он там не сколачивает какую-то группу, если это просто комментарий к событию, но вот, вот уголовную ответственность за это вводить, мне кажется, что явно неправильно будет. Ну, еще оценка одной поправки, ваша оценка, и будем ходить на рекламу. С 22 до 32 штук увеличилось число составов преступлений, по которым к уголовной ответственности можно привлекать с 14-летнего возраста. В том числе это международный терроризм, участие в террористических сообществах, участие в массовых беспорядках и вот как раз-таки несообщение о готовящемся преступлении. Ну, тоже такая достаточно спорная норма, то есть, либо у нас какая-то есть там статистика, что, значит, вот у нас что именно подростки, с 14 лет, да, там они все, значит, террористы, кажется. Ну, то есть, вот какое обоснование этого, да, то есть, если, ну, есть необходимость такую норму ввести, давайте мы ее обсудим, давайте мы посмотрим статистику, давайте там уполномоченного по правам детей привлечем к обсуждению этой нормы, и тогда будем, значит, думать, надо ее вводить, не надо ее вводить. Потому что, ну, вот, конечно, такие нормы всегда вызывают очень много вопросов, насколько есть необходимость. Теперь реклама. Давайте прервемся, после чего особое мнение Левашвард завтра продолжится. Это особое мнение Левашвард Блата, исполнительного директора Лиги предпринимателей Кировской области. Давайте еще на Госдуме немножко останемся на этой теме. Я уже сказал, всем известно, что завершен созыв 6-й Госдумы. Путин, президент, 22 июня в Нижней палате парламента выступал и сказал, что, в общем-то, удовлетворен работой парламентариев, в будущем пожелал еще больше обдуманно подходить к решению, в первую очередь, социальных и экономических вопросов. Вы как оцениваете эти 5 лет работы Госдумы? Что запомнилось? Законы, законопроекты, реализованные в законы, в положительном, в отрицательном смысле? Ну, мне кажется, что там, последнее время, значит, ну, вот, во-первых, особенность этой Думы было то, что она вся была избрана по спискам партий. То есть мы приходили на избирательные участки, голосовали, ну, за некий виртуальный образ. Причем очень часто, значит, не те люди, которые были в списке, или потом эти люди уходили, приходили. Ну, так называемые паровозы, да? Да, значит, и поэтому, значит, кто там за кого голосовал, ну, очень сложно идентифицировать было. Поэтому это, ну,
какой-то такой, значит, для, по крайней мере, для избирателей виртуальный орган, значит, где-то там практически никого не знаешь, никогда не видел, и, значит, вот они принимают решение. И, как мне кажется, вот очень часто, значит, они не самостоятельно разрабатывали законы, да, а значит, то, что было разработано правительством, значит, им предлагалось, и при минимальных их правках, значит, это и принималось. То есть очень мало, может быть, и хорошо иногда, может быть, плохо, инициатив было, вот, и в очень узком, как бы, поле действовали, в котором можно было какую-то инициативу свою проявить. Поэтому очень много нужных законопроектов не принималось, очень долго откладывалось. Вот мы с вами обсуждали закон о торговле. То, что его надо корректировать, ну, в общем, было понятно все 5 лет. Да, то есть все 5 лет вот была какая-то вялотекущая деятельность, никуда ничего не двигалось, и потом вдруг последний день, чуть ли не за один день, значит, какой-то вот, причем ведь там еще очень важный момент есть, да, закон вступает в силу с 1.07.2017 года, но вот судя по той информации, которая сейчас есть, значит, сети и поставщики должны перейти на работу по этому закону через 10 дней после его вступления в силу. Ну, то есть вот-вот уже. Да, то есть представьте, после что... После утверждения Совета Федерации. 10 дней. То есть представьте, вот, ну, какая-то там федеральная сеть, в которой там десятки тысяч контрактов. И за 10 дней ей нужно переподписать со всеми, ну, или, по крайней мере, перейти на новые условия, да. А у многих эта система автоматизирована. Плюс, значит, ну, вот есть поставки до, после, то есть какого дня менять, как пересчитывать. То есть это, ну, как бы масса работы, да, и ее за 10 дней нереально совершенно выполнить. И там уполномоченный по защите прав предпринимателей об этом говорил, что зачем такие сроки, ну, явно нереальные сроки, зачем мы их устанавливаем, которые мы не уложимся, то есть давайте мы, ну, как-то более там обдуманно к этому подойдем. Нет, никто не услышал, значит, надо быстрее, приняли. Ну, вот смысл какой? То есть это решение, которое заведомо не будет не выполнено, да. То есть, вот, нужно ли такие законы принимать? И достаточно много законопроектов, в том числе, которые регулируют бизнес, которые, к сожалению, не были приняты, откладывались. Например? И, значит, и ушли. Ну, вот сейчас я там сходу не скажу, но, по-моему, вот, насколько я помню, закон о промышленной политике в стране так и не был принят, да, хотя он необходим. Там, значит, изменения в закон о малом бизнесе, там, в участии в закупках, потом вот закон о государственных закупках, значит, да, там приняли новый закон, да, который там все время корректируют, но там, значит, понятно, что какие-то надо уже системные изменения вносить, тоже это отложили, ну, то есть вот что-то как бы было отложено почему-то на будущее, что-то вот, ну, как бы чуть не в последний день принималось. Ну, а что хорошего-то было принято все-таки? У вас сохранилась память для сферы бизнеса? Но, насколько я понимаю, уполномоченный по защите прав предпринимателей начал действовать, вот если я не ошибаюсь, во время, ну, соответственно, и закон об уполномоченном, и законы оригинальных уполномоченных были приняты, и вот, ну, это реальная поддержка, потому что у нас к Андрею Николаевичу очень много обращается, предприниматель, активный человек, уполномоченным, он помогает, то есть это, конечно, плюс, вот тут, да, сложно о чем-то говорить. Вот. Все остальное, то, что казалось налоговой системе, возможного снижения налогов. Ну, с другой стороны, там закон о налоговых каникулах, да, который разрешает регионам. Но опять же, значит, вот, то, что требует финансирования, перевели на региональный уровень. Да? То есть, вы, ну, хотите, вы у себя вводите. Ну, то есть это прямая потеря регионального бюджета. Ну, то есть, если мы хотим в целом поддержать, да, ну, логично было бы это делать на федеральном уровне, где, в общем, основные активы собраны. Нет, это спустили на региональный уровень, и, соответственно, вот там регионы должны, если хотят развивать бизнес, терять на этом наследство. Ну, то есть, в общем, неоднозначное такое отношение. Кстати, наши московские коллеги не так давно в утреннем эфире проводили такое интересное голосование. Они спрашивали слушателей, как вы думаете, Госдума 7-го созыва может ли быть хуже Госдумы 6-го созыва? Там большинство ответивших, куда уж хуже. Ну, да. Вы как вы придерживаетесь? Ну, я тоже надеюсь, что... Или все-таки кидаете надежды? Ну, во-первых, да, я очень надеюсь, что партия предпринимателей преодолеет 5% барьер, потому что ну, и Борис Титов очень здравомыслящий человек, и действительно очень много полезного для бизнеса делает, и вот наличие таких людей в Думе, пришедших из бизнеса и понимающих, в общем, что там происходит, конечно, их присутствие в Госдуме ну, явно будет помогать. И очень надеюсь, что вот там голос реального бизнеса, реальных предпринимателей будет услышан и ну, как бы воплощен в законопроекты. Теперь о работе правительства хочется вас еще спросить, тоже в плане экономики и бизнеса. Ведомости написали о том, что в правительстве страны обсуждается возможность снижения страховых взносов с одновременным компенсирующим повышением НДС.
Это может и вывести зарплаты из тени, и оказать поддержку внутреннему производителю, а также помочь закрыть проблему дефицита бюджета. Приводит слова одного из чиновников, имя его не упоминается, издание. Повысить НДС можно было бы минимум до 20%, сейчас 18% базовая ставка, да, у нас? 18. А страховые взносы в идеале снизить до 20%. Как вам такая инициатива? Ну, вот лично мое мнение, я выступаю за то, чтобы снизить и НДС, и страховые взносы. Потому что НДС – это очень сложный к учету налог. Он очень много времени занимает его администрирование. Это дополнительные затраты на бухгалтерию, на ведение всей документации, которая в связи с этим возникает. И для там, малого бизнеса очень усложняет деятельность, потому что если ты работаешь с НДС, это ложится на затраты. Если ты работаешь с НДС, то большим корпорациям с тобой не очень интересно взаимодействовать. А можно сказать жестче по поводу НДС, как говорит ваш коллега Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ»? Он неоднократно у нас об этом говорил. Убирать нужно НДС. Поэтапно, наверное, да. Вот правильно, путь было бы сказать, что да, значит, этот налог надо поэтапно убирать. Там, например, в какой-то периоде времени. Действительно, это бы очень помогло бизнесу, находя какие-то способы компенсирования доходов бюджета. Но вот из практики известно, что когда мы снижаем налоги, я бы и страховые взносы до 20 или до 15% снизил, это действительно приведет к увеличению бюджета. То есть затраты на администрирование, они снизятся, потому что меньше налоги, легче платить, соответственно, не так тяжело их взыскивать. Соответственно, доходы бюджета увеличатся, экономика точно расцветет. И вот это, кстати говоря, как раз привело бы к снижению цен. Потому что, затраты снижаются, больше людей готовы заниматься бизнесом, потому что налоговая нагрузка меньше. А конкуренция – это единственный способ снижения розничных цен. Поэтому снижение, я выступаю за то, чтобы и НДС, и на страховые взносы на зарплату снижать. Кстати, недавно газета Wall Street Journal написала о том, что вскоре России все-таки придется привязать размер НДФЛ к сумме доходов граждан. Чем больше доход, тем больше налог, как это практикуется во многих западных странах. Ну и к тому же сейчас ставится планка или не планка, 2018 год, по поводу увеличения налогов в стране. Давайте сначала с НДФЛ. Делать ли его прогрессивным? Это мысль правильная. Наверное, самый правильный был бы шаг, какие-то зарплаты, до 20 тысяч, 30 тысяч рублей освободить от НДФЛ, все остальные прогрессивной шкалой. Это точно приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет, потому что большие зарплаты, официальные зарплаты, они, как правило, платятся в больших компаниях. А большие компании сейчас все работают практически в белую. И госкорпорации, и не только госкорпорации, большие частные компании тоже все практически работают белую, потому что, во-первых, и риски очень велики, и управление, администрирование невозможно, когда там где-то чего-то прячется. Поэтому эти все зарплаты видны, с них налоги будут платить. Вот, поэтому это шаг правильный, и, в общем, он снимет с нагрузку тех, кто мало зарабатывает, увеличит на тех, кто может этот налог платить. Это правильный шаг, и, наверное, в этом направлении надо действовать. Единственное, что тут... Нужно обсуждать. Надо обсуждать, о чем вы раньше говорили. Какой порог вводить, какая должна быть шкала, опять не ударить молотком по голове и не пришибить все здоровые инициативы. Кстати, есть страны, где 50 или даже 70, да, процентов? Во Франции даже 80%. Но это с определенной суммой. Да, с определенной суммой, совершенно верно. Остается у нас буквально 2-3 минуты, и я хочу обратиться к теме ОСАГО. Когда я увидел эту новость, я был очень удивлен. Понятно, что Центробанк пытается навести порядок в этой сфере, и того же Росгосстраха в прошлом году, мы помним, на несколько дней, на некоторый период лицензию приостанавливали, за исключением как раз оформления договоров автогражданки. Вот Центробанк, написали СМИ, буквально пригрозил страховщикам о том, что если не получится делать это все нормально и привести все в порядок, будет создана отдельная госкомпания, которая займется ОСАГО. Создание госкомпании, конечно, такая больная отдельная тема. Чуть что, в случае, если что-то не так, создавай госкомпанию. Конечно, это не рыночный метод. И странно, что и Центробанк никак не хочет прислушаться к тому, действительно разумные вещи для страховой компании.
Они, в общем, предлагают исключить сейчас деньги из этого рынка ОСАГО. Потому что, значит, вот тарифы ОСАГО растут исключительно из-за того, что есть гигантское количество автомошенников, для которых это просто бизнес. То есть, вот есть цифры, да, там сколько заработали автоюристы. То есть, это не считая компенсации потерпевшим, это сколько составил гонорар вот этих людей, которые, для которых это единственная как бы профессия, которой они занимаются. Да, там это. И это все мы оплачиваем, потому что это все сидит в тарифе ОСАГО, и именно по этой причине он все время возрастает. Если перейти на систему, где нет денег, то есть... А только натуральный ремонт? Да, только натуральный ремонт. Так, это как бы поможет существенно снизить вот эти все риски и затраты. Это самый простой естественный шаг. Но, насколько я знаю, страховщики давно уже предлагают Центробанку перейти на эту систему, но вот пока подвижек нет. Вот это был бы правильный рыночный путь, который бы помог эту ситуацию оздоровить. Ну, страховщики, конечно, я тоже читал, они в замешательстве просто сейчас в связи с этим предложением, в связи с этой угрозой. И Гюргенс, глава Российского союза автостраховщиков, сказал: да вы что, да мы столько уже потратили и вложили в эту сферу, и техосмотр ведь в страховых компаниях сейчас находится и так далее. В общем, история достаточно подозрительная. Ну да, какой-то очень странный метод опять. То есть самый нерыночный из возможных методов был выбран — создание госкорпорации. Ну, в настоящее время порядок с ОСАГО все-таки можно ввести? Ну нет, собственно говоря, там... Да, конечно, он продается, значит, с какими-то утяжелениями, но, с другой стороны, если, значит, там застраховали жизнь, ну, в этом как-то ничего плохого и нет. Да? То есть, вот, там, на Западе, наверное, нет ни одного человека, которого бы так или иначе жизнь была не застрахована. У нас, наоборот, тяжело найти человека, у которого была бы застрахована жизнь. Поэтому и мы знаем, сколько у нас, к сожалению, аварий происходит. То есть я думаю, что, ну, в этом как бы свой плюс тоже есть, тем не менее. Кстати, для государства ОСАГО довольно лакомый кусок. По официальным оценкам в прошлом году более 200 миллиардов рублей. Ну, это очень большой, конечно, рынок, да. Рынок ОСАГО. Но если он только не является убыточным, да, то есть вот сейчас многие компании выплачивают больше, чем зарабатывают, да, то есть поэтому, ну, как бы он не сильно пока лакомый. На этом завершается «Особое мнение» Льва Шварцблата, исполнительного директора Лиги предпринимателей Кировской области. Всего доброго, спасибо. До свидания.